Данил, и сегодня я решил просто прогуляться по улице, потому что пришел уже конец недели и пошел опять снег, как вы видите, падает снежочек красивенький. Я уже думал, что уже не будет снега, ну как, уже заканчивается зима почти что. Ну сейчас скоро будет уже февраль. И вот сейчас пошел опять снег, как всегда. Он ходит, хочет, перестанет, хочет, начнется. Ну, как вы видите, снежок большой. Тут вообще еще не растаял снег. Но он пошел опять, это красиво. Он уже идет который раз, четвертый раз где-то так. То идет, то перестает. Ну, как вы видите, он нормальненький падает почти что. Только что, пока миссия не начинал снимать, тут только что падали камешки какие-то на нас. Снег-то очень красивый. Когда идешь, тебе прям в лицо падает. И это очень красиво. Кстати, я иду сейчас на урок. Ну, не на урок, как вам сказать. Иду одного мальчика отвезти к учителю, чтобы он извинялся. Этот мальчик вот идет. Чурка убегает. Он, короче, натворил так на уроках. Его хотят теперь из нашей школы. Ну и вот снежок-то красивенький. Падает. Нет, меня это так обрадовало, что опять пошел снег. Можно, если там ту нашу горку опять, ну, много снега будет на ней, то мы расчистим и будем, как всегда, продолжать уже опять видео там, где мы катаемся на горке по снегу, на санках и на ногах. Еще я, извините, что так долго не было видео, просто я не знала, что снимать. Домашнюю работу надо было делать, на тренировку ходить. И я еще сниму, может, нож бабочку сниму. Я не знаю, может, не сниму. Ну, если вы хотите, чтобы я снял нож бабочку, пишите в комментариях, да, нет. Если да, то я понял, что вы уже хотите, чтобы был нож бабочка. А если нет, то нет. Сами поймете, что нет, не будет, ну, не будет видос про нож бабочку. И, кстати, у меня ее забрали. Милиции приходилось идти за ним назад. Мы уже подходим к школе уже нашей, третьему корпусу. И потом мы пойдем уже назад на урок, чтобы не было, чтобы не ставили нам двойки. Нам учительница сказала, снежок идет очень красиво и падает так медленно и красиво. И ну что ж, нам пора прекращать. И всем, с вами был Данил, и всем удачи, и всем пока.